Здравствуйте, дорогие телезрители. Поступил вопрос о том, как избавиться от ячменя. Ячмень – это воспалительный процесс века. Возникает нагноение, и в результате возникает или прыщик, который нагнаивается, и глаз достаточно сильно бывает болит. Для того, чтобы избавиться от ячменя в народе, следующее средство очень хорошее. Берется настой календулы и ромашки. Эти травы смешиваются в равном количестве, 50 на 50. Берется столовая ложка сбора на стакан кипятка. Можно прокипятить минуты 2-3, для того, чтобы настой стал очень крепким. Настаивается, пропитывается марля и накладывается на глаз. Делается компресс на час-полтора на глаз. За 2-3 таких прикладывания ячмень уходит. Вообще воспалительный процесс, ячмень, это происходит из-за того, что в организме существует сбой иммунной системы. Поэтому, когда есть ячмень, да, очень хорошо попить и отвары трав, те, которые оказывают укрепляющее действие на иммунную систему. Это травы ромашки, это календула, настой календулы, это настой зверобоя. На этом я хочу вам пожелать доброго здоровья, счастья и хорошего настроения. До свидания.